настоящем здании, из которого ему не выбраться. Как жаль. Вот видишь, это ловушка. Теперь понимаешь, что случается, когда помогаешь другим? Ты умираешь. Он запер нас здесь. Мы сгорим. Помогите нам, пожалуйста. Помогите! Помогите! Сюда! Сюда! Пожалуйста, выпустите нас. Отец мой, направь меня. Придай мне сил. Куда же ты ушел? Отец ушел. Минутку. Вот оно. Где механизм, управляющий конвейерами? Быстрее, у нас мало времени. Над нами, но лестница сгорела. Вам до них не добраться.
спросите. Слушайте, и я скажу вам. Это принц Персии. Принц? Не может быть. Он вернулся к нам. Я рад, что вы в безопасности. Продолжить историю с этого места? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Думаю, ты слишком далеко заходишь в желании стать героем. Ты уже спас горожан. Ну хорошо, признаюсь, я этого не ожидал. Сконцентрируйся на том, что с мечом. Момент для возвращения. Спасибо. И просто повезло. Нам надо идти, пока другие не подоспели. Будь настороже. Я всегда настороже. Беги!
тебе! Ты спас жителей этого города! И мы пришли вернуть долг! Вам не убить этих тварей! Но мы можем их замедлить! Вперед, принц! Найди визиря и убей его, чтобы этот кошмар наконец закончился! Я тебя скоро найду. Мне нужно придумать, как открыть эту дверь. В следующий раз мне продолжить историю с этого места? В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Невероятно! Я слышала рассказы о таких чудесах. Но увидеть одно из них собственными глазами, не такое же ли устройство установлено в Азаде? Этот лифт должен поднять нас в тронный зал. Но, похоже, это чудо из чудес сломалось. Я постараюсь вернуть его к жизни. Надеюсь, я когда-нибудь посещу Азад. Thank you.
ты жалок! Извини. Что? Я сказал извини. Я никогда не извинялся. За то, что я делал. За слова, что говорил. За то, кем я был. Я тоже должна перед тобой извиниться. Я не должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах. Но я делал ужасные вещи. Ошибки совершает каждый. Но не каждый находит в себе силы их признать. Я видела, что ты сделал, Мастер. Старик говорил правду. Ты настоящий. Ты убиваешь. Мы почти на месте. Скоро все изменится. Похоже, ты слишком возбужден тем, что произойдет. Нет, принц. Просто ты забыл о своем долге. И то, что ты не разделяешь мою радость, говорит именно об этом.
Любимый цвет? Цвет? Мне повторить вопрос? Синий. Синий? А у меня другой любимый цвет. Ты это вообще к чему? Неужели мы должны говорить только о серьезных вещах? Я так мало о тебе знаю. А, понятно. Тогда скажи, какая у тебя любимая еда? Конечно же, гранат. А я не люблю гранаты. И почему же? С ними столько возни, невозможно есть с достоинством. Столько труда ради каких-то нескольких семян. Но не делает ли это их еще слаще? Меня сейчас вырвет. Что это за место? Это сердце висячих садов. Все эти механизмы служат для управления и регулирования, для поддержания жизни. Принц, берегись! Подожди, пока не остановится, а потом нападай. Продолжать отсюда, когда ты вернешься. Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю.